Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем играть «Волк среди нас». В предыдущей серии мы закончили первый эпизод первого сезона. И, надо сказать, закончился он так, что у меня просто отвисла челюсть, потому что этого я совершенно не ожидал. В принципе, я вам не буду рассказывать, потому что сейчас у нас будет небольшое превью по первому эпизоду, где расскажется, в принципе, все, что произошло. А сейчас мы с вами будем смотреть, к чему же в итоге все это привело. Я, честно говоря, почитал комментарии и после этого решил, что комментарии читать до конца. Собственно, прохождения не буду, как раз таки потому, что... Ну, там не то, что спойлеры, но все равно намеки, полунамеки, которых я не хотел бы видеть. Это, в принципе, приветствуется, потому что обсуждение, все дела. Но лично для меня это может быть очень вредно, так что давайте начинать. Такие дела. В комментах под этим видео вы меня пока что не увидите. И между тем, вы знаете, мне очень понравилось то, что вы вот это вот видео записываете в тот день, когда вышла первая серия, собственно, прохождения. Мне очень понравилась реакция людей. Я на самом деле не ожидал, что так много людей не играл, и среди тех, кто прошел игру, так много людей, которым игра по-прежнему интересна. Так что, я думаю, будет круто в итоге-то. Я посмотрел и, в принципе, увидел, что эпизоды проходятся, ну, примерно такая же у них продолжительность, как продолжительность у эпизодов Walking Dead, то есть... Когда я говорил, что это прохождение может затянуться надолго, я на самом деле был неправ, потому что надолго оно, очевидно, не затянется. Потому что, ну, 5 эпизодов, каждой продолжительностью где-то по 2 часа, это, ну, недели 2, наверное, ну, может, чуть больше. Ладно, временами в игре как-то странно работают загрузки, то есть они работают временами где-то по полчаса, а может быть, даже и по 2 часа. Ну, короче, где-то секунд по 30, по 40, я не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что я играю в пиратскую версию, потому что, ну, блин, я как-то вот захотел скачать сразу все эпизоды, и поэтому скачал их вот так. Ну, теперь я понимаю, что игру в коллекцию купить уже по-любому надо. Так что я думаю, скоро я возьму и сделаю это дело. You got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid cunt? Да, дровосек пока что один из главных подозреваемых, но что-то мне кажется, что на самом деле это совсем не так. То есть слишком это очевидно и слишком он какой-то такой полуположительный персонаж. Так, я сейчас убавлю себя громкость на наушниках, потому что орёт у меня просто со страшной силой. А вы тем временем можете надеть свои наушники. Я на самом деле и красавица и чудовище как-то оставил так в стороне. Ну да, и в итоге вот это вот произошло. То есть не стал вмешиваться в конфликт, не знаю, к чему это все приведет. Но, короче, творятся не самые приятные дела. Здравствуйте. Я тут почитал немножко предысторию того, кем является, собственно, Бигби. Оказалось, что он там чуть ли не сын бога. То есть, как вы знаете, все эти существа сказочные, они обитали не в одной какой-то там вселенной. Было много вселенных, и над ними господствовало 4 бога. Бог юга, севера, востока и запада, и бог севера. Там довольно странная история, я бы сказал. Да, кстати, я оторвал ему руку. В общем, у него и волчицы были дети. И Бигби был среди них как-то отшельником, но в итоге захотел, короче, творил страшные дела, в итоге стал хотеть чего-то большего, хотел стать больше человеком, больше хорошим человеком. И во всем этом ему поспособствовала, собственно, Белоснежка. Но не знаю, Белоснежка мертва, так что не знаю, что с ним сейчас будет. Как я уже и говорил, я стараюсь отыгрывать злого персонажа, но у меня это не всегда получается, я не могу быть откровенной скотиной. Но тем не менее, допустим, Грендалю, который Грен, я оторвал руку, ибо нехрен он пытался меня убить. Момент. Да. Единственный человек, к которому я успел привязаться. If
you just cooperate and answer the questions, you can go home. Maybe get some sleep. How are you feeling? Дерьмово. I know it's been a long night for you. You look like you could use some rest. Молчи. Nice. Look, I know what you must be going through. Really, I do. But I could use your cooperation. Чего мне с тобой разговаривать? Что ты знаешь-то вообще? Ох уж эти простаки. That's very helpful. Thank you. Если слышите на заднем плане крохот, это кошка беснуется. Мы ей сегодня мышку купили, поэтому она просто вне себя от радости. Не знаю, я у них как подозреваемый. Что происходит? Ты в порядке? Okay. You don't look so good. Detective Branigan? I'm Detective Branigan. Yeah, I know. I just said that. Is there something? Do you hear that? Что такое опять? Please. Please. I'm sorry. Ну офигеть, что происходит-то? Я не знаю, кто-то как... Ладно, неважно. А, вот он, что... Что ты с ней сделал? What did you do to her? She'll be fine. It's just a memory wipe spell. Very expensive, but it works. The whole station will forget the last 24 hours. And everything they saw at the Woodlands. Well, hurry up. Ну, надо сказать, эффективно. Я-то думал, что вот эти вот всякие, я думаю, промашки, типа жаба, который постоянно ходит по улице в одном халате, и его могли видеть там люди, как они это все скрывают. Ну, похоже, как-то так, и они очень за этим следят, видимо, потому что вот такие вот дела. Не знаю, но, по-моему, очень эффективно. Я как-то... Ладно. У меня прям как-то все смешно в голове после такого. Взяли, вышли. Офигеть. Ничего как будто и не было. Не знаю, мне пока что это все очень напоминает Ночной Дозор. Только гораздо более прикольно, по-моему. Да простят меня фанаты Ночного Дозора. Я не очень-то тебя люблю, но спасибо, что вытащил меня. Thanks for bailing me out. Certainly. We found Tweedledee chained up to a post. That was your doing, correct? Yeah. Well, I don't know why you detained him. Потому что он, блин, главный подозреваемый. So he couldn't possibly be involved in this mayhem. Ну, в смысле, один из них. Interrogating him. Да он на кого-то работает. О, голубая борода. Синяя борода. Tread carefully here. He's working for somebody. And whoever it is wants him snooping around every crime scene I've looked at. That doesn't necessarily mean they're involved in the murders. Ну, может быть то, что они пытались несколько раз меня устранить и вообще постоянно разнюхивают все по этой теме. Как-то должно навести тебя на подозрение. I know what you're thinking, Bigby. It's been one full night and a slice of morning, and I already miss her too. You know, I never get more homesick than when one of us dies. And now, for it to be snow, I've never been good with these sorts of things. I just can't believe this is really happening. Dwelling on this shit isn't helping. Well, I apologize if my attempt at handling this has disturbed you, Bigby. But I thought we had some common ground. Я помню, как ты орал мне.
Да ладно, проехали. Just forget it. И она просто делала свою работу. I don't know why I'm asking you, but did she give any indication as to what she was thinking? When you saw her last, I mean. I don't know why, but I'd like to know that she was... I guess fine, I suppose. И она многое хотела изменить. Callous sometimes, but she wasn't really. She said that she wanted to change. А не то, что была черствой, она была очень наивной. To get help when they need it. Очень наивной. Слишком хорошо думала о людях. I don't know what else to say, BB. We have to put an end to this. It's been two murders in as many days. If we don't unearth our culprit, and soon there will likely be another on our doorstep tonight. I'll get it done. Please, Bigby, for Miss White. I got it. Разговор не задался. Я пока не вижу, за что можно любить этого человека. Это реально такой самовлюбленный самодур. Ну, не знаю, я довольно предвзят. That's not a very good answer, is it? Come on. Just tell me what I want to know. It will make things a lot less painful for you. Oh, were you planning on using that? I just thought you really liked rubbing your little sword. What the hell do you think you're doing? Hello, Ichabod. Sheriff. Bluebeard. Синеборода, он же тот еще маньячина. Он на Кратоса похож, вы заметили? I told you, if you want to be involved, you will do things my way. No violence! Whatever you say, Ichabod. Причем как внешностью, так и голосом. Hello, Bigby. Ну, здравствуй. Сейчас мы с тобой поговорим. Oh, goody. I thought you wanted questions, and I was having so much trouble thinking of any good ones. Though I'd settled on, how's your head? You see what I've been dealing with? What are you going to do about this, Bigby? I'm glad you have a sense of humor. I hope that means you're willing to cooperate. Snow White is dead. Look, I didn't kill anyone. And I'm supposed to just believe. Просто хочется открутить эту самодовольную рожу. I still have questions for you, Dee. Sounds like a personal problem. This is ridiculous. Let him work. Что ты делал в квартире Веры? These kinds of things. You know I saw you at Faith's apartment. What were you doing there? Girl's got air conditioning. You can't imagine what it's like. Да я не буду с тобой церемониться. All right, Dee. Let's get to know each other. This is getting old. На, посмотри. Fuck, Bigby. Don't make me look at that. Just put that away. Please. Snow was murdered, Dee. She was important to me. If you know who did this, you have to tell me. I don't know what to tell you. You're barking up the wrong tree. I don't know who did it. Да кому ты чешешь? Хотя, может и не знать. Блин, ну как узнаешь-то? Just tell me what you were doing at Faith's apartment. Look, Bigby, we're not on opposite sides here. My brother and I are trying to get to the bottom of things. Same as you. Your brother. Where was he last night? I can't say. He could have been anywhere. Take your best guess. He didn't do it, if that's what you're thinking. Then where is he? No, I'm not sending you after my brother. Look, I answered your question. Can I get my stuff back now? Ну, я бы на твоем месте так не спешил. Oh, nothing of consequence, really. Так, ну давай посмотрим. Баксы, сигара и что там еще? Бутылка. I should be leading the interrogation. We can't have that. Откуда деньжата? Why? You always carry this much cash. I've got a lot of laundry to do this week. What's it to you? Ну, мне, я думаю, пригодится. I'm declaring a tax on uncooperative troublemakers.
Я не думаю, что у нас с ним получится хорошее взаимоотношение после такого. You'll need to account for that. You can't just... There are procedures to be followed. Да ты успокойся. We'll talk about it later. So where's your brother? Look, на атомы, блин, I'd разложу. Like to help. I would, but I can't tell you where he is. Last time I saw him, we split up, and I went to find Faith. I don't know where he is now, but he didn't kill anybody. You mentioned Faith? Look, I went to her apartment. That's no secret. You saw me. No, there's more to it. You said you were trying to find something. All right, Dee, since you never answered my first question, what did you want from Faith? Sorry, I can't help you. I'm not saying any more about it. Ну, как знаешь. Так, я смотрю, тебя попытать Are можно. Are you done yet? I'm getting old over here. Да, попробуем поговорить сначала. What is it now, Big B? I need to know what you were doing at Faith's apartment. Look, I know it's unpleasant. You don't want to be here, right? I'm not trying to make things difficult for you. I just need you to cooperate. Once you've answered my questions, я реально просто хочу в грушу превратить, но я не думаю, что это нам что-то даст. It would help if I wasn't strapped to a chair. Fair enough. Look, Big B, this isn't going to work. Don't you want to find out what happened to those girls? To Snow White? Let me handle this. Come on, Dee, what did you want from Faith? Sweet girl like her. Sweet? You think that girl was sweet? She was a fucking thief. Fucking sweet. Faith was plenty of things, but that ain't Так, как его разговорить? Я просто промолчу, пусть он... what she did for a living, right? Так, он сейчас разговорится сам. Sorry to ruin your little fantasy, Big B. Tell us what she stole from you. Not from me. She stole from my boss. Hell, I ain't got nothing worth taking. Your boss. Оп. So let's talk about Язык тут длинный все-таки. You're gonna get me in trouble, Big B. I can't answer any more of your questions. Ну, как тебе сказать? Я не хочу Can we убить. Move this along? If you need some You just carry this around. Always handy that way. I couldn't hurt, I guess. Хороший, плохой коп. Но в одном лице. Я ему уже заехал. Why don't you just tell me who you're working for? Look, you're not a bad guy, despite what Beauty says about you. At least you're not a total bastard anyway. But I just can't give you that information. There's no way Beauty would associate with a scumbag like you. What's wrong with me? You're telling me I ain't pretty enough? Да не будем перебивать. Yeah, Он сам все скажет. Болтун находка для шпиона. I thought this was supposed to be a murder investigation, but you're treating this guy like a fucking house guest, Bluebeard, and not getting any answers from him this way. Snow White is Чё ж ты кипятишься? One of us. And you're going to let this ignorant shit walk out of here in one piece. Out of my way. I'll show you how it's done. What the fuck? What do you think you're doing? Смотри, да, вообще. Teaching him a lesson. Now pay attention. Stop this right now. You enjoying yourself? Immensely. You need to leave. Now. Все-таки нельзя, наверное. Так, да ты что, вообще охренел, что ли? Давай, родимый. Что? What's going on down here? Что? Snow. Что? Так, хорошо, но, по-моему, допрос пошел как надо. В итоге, правда, это вылилось во что-то вот... Тут вообще просто нет слов никаких. Не знаю, я надеюсь, сейчас будет разумное объяснение, потому что это вообще что-то как-то... Очень странно, по-моему. Ну, я не знаю.
Либо у нее была какая-то... Я, короче, как обычно, выпал и просто междометиями какими-то начинаю разговаривать. Но, по-моему, то, что Белоснежка жива, это как минимум очень странно. Что произошло? А чья же там голова тогда? И... Ладно, неважно. Я думаю, нам все объяснят. Блин, эта игра, она просто офигенная вообще. Вот, ну просто без вариантов. Эпизод второй. Иллюзия. Джек Шепард говорил, что второй эпизод самый слабый в линейке, но Тёма говорил, что он, в принципе, один из лучших в линейке. Так что посмотрим. Я тут с ними пообщался, и восхищение свое рассказывал. Они говорят, как ты мог вообще в эту игру не играть? Так, ладно, тихо. Abusing a prisoner like that. I thought you could control yourself. I was just doing my job. Oh, that's your job. Beating up people. Да что с тобой не так-то? Getting answers. Ты вообще не видишь, что происходит? Люди умирают. I hope it was worth your time. Как вообще? Да-да, причем это вот реально серьезно. After a conversation in the taxi last night, I got a call from Toad. He said his son found a body. We thought it was Faith at the time. Getting her back here wasn't easy, but hopefully we'll find something on her to help us track down the killer. Вообще-то этим я должен заниматься. Figure out who she is. That's not your job, Snow. Someone had to take care of it. Что-то она не в духе какая-то, и... И на самом деле, мне бы хоть каких-то объяснений. Ну, то есть она объяснила, конечно. Are you gonna be okay? I mean, with all that's happened. I'll be fine. I just want to get to the bottom of this. I just feel like... What is it? I feel... responsible in a way. She looked just like me. And maybe that's why she was killed. Да, надо быть осторожнее, по-моему. If someone wants you dead, at some point they'll realize they missed their target. And they'll come looking for me. We just have to find out who did this. And why she was glamored to look like me. I mean, that's what it is, right? So... What's our next move? Я думаю, тебе нужно затаиться, по-моему. Тебя убить хотят. Until we figure out what's going on. And what? Sit around the business office twiddling my thumbs, waiting for the big bad wolf to solve all my problems? That's not what I meant. Well, then what did you mean? I told you, I'm tired of sitting around. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. I just want you to be careful. I almost lost you once. I'm not yours to lose. Ну нормально, короче. I'm sorry. I know it's dangerous, but I'm not helpless. I can take care of myself. Ну да, конечно. Я не знаю, но в принципе я, конечно, очень рад, что она жива, но она где-то... TJ is waiting inside. He was so freaked out last night. He wouldn't tell us much. Не то, чего я от неё жду. He just stops talking altogether after a certain point. He's pretty shaken up though. So try not to be too. Как я уже говорил, yeah. Она довольно-таки собой. Myself. Я не right. могу не быть собой. Я такой. Она очень наивная, и вот эти вот моменты, они просто реально вот удивляют. Ну, столько она навидалась. Вот за последнее время у нас только два тут трупа уже, причем реально какие-то проблемные. Понятно, что тут будут очень серьезные у нас. События, но она себя ведет, как будто это все какие-то детские игры. Эта серия как-то у нас притормаживает временами маленькая. Это, видимо, из-за того, что я очень давно компьютер не перезагружал. К следующей все будет нормально, если это кого-то беспокоит. TJ's over there. I don't know if you want to talk to him first or after, but let me know when you're ready to see the body. I want to be there. Здравствуй, летающая обезьянка. Do you have a second? Of course, Miss Snow. Так, хорошо. С Тиджеем и Джабом, говорю, мы успеем поговорить. Что у нас нового тут по сравнению с первым эпизодом? Ну-ка. Может. Ну,
Да, без изменений. Посмотрим, что у нас здесь есть еще. Возможно... Мне, кстати, писали про карты Таро. Well, that's appropriate. Что бы это ни значило. Писали, что нужно смотреть все. Usually this is about deception or confusion, but for me... Потому что здесь указано то, что будет происходить. Реально, каждый раз. Не совсем понятно, честно говоря. And assets. Maybe this has been harder on him than I thought. Может быть, я тоже насчет него ошибаюсь, и он далеко не такой гадкий человек, как мне кажется, но пока что, честно говоря, лучше бы сидел в своей сонной лощине. Так, красавица с чудовищем. Beauty and Beast. Always putting on a show for each other. Еще что новое. Извечная схватка. Seems like not much has changed between me and Woody. С дровосеком все равно, определенно стоит встретиться еще. I meant what I said, Snow. Но эти гномы, конечно, вы на них посмотрите. Это ж просто маньяки какие-то. Это Вера. I will get to the bottom of this. Так, хорошо, что у вас. So, check out anyone who fits that profile. You might start with Bluebeard. Right away, Miss Snow. На самом деле, синяя борода, я... через минуту. Синяя борода, я совершенно забыл, кто это такой. А ведь это еще тот маньячина. Ну и морду вы увидели, он же конченый. То есть реально человек, который погубил огромное количество своих жен. И поэтому... Голову им отрезал, кстати говоря. Поэтому... Почему бы нам не подозревать его в первую очередь? Но это, опять же, очень очевидно. Очень очевидно и очень банально, если это окажется дровосек. Очень очевидно и банально, если это в итоге окажется один из двух братьев, Тру или Тантера. И если синяя борода тоже, в принципе. Потому что я считаю, что на самом деле убийца это кто-то другой. Ну да ладно, давайте на этом, наверное, остановимся. В следующей серии уже узнаем, что там видел Ти-Джей, сын Джаба. Почему я все время Джаб называю? Не знаю. Короче говоря, второй эпизод пока что по накалу страстей ничуть не уступает первому. Он реально очень крутой. И то, что Белоснежка живая, это на самом деле офигеть как удивительно. Потому что я, честно говоря, ну... Просто вот это вот пока там интро шло, я такой вот потоком междометий пытался выразить свое состояние от всего этого. Но тем не менее, допрос, по-моему, прошел удачно. И как бы там ни было, увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.